Самое народное кулинарное шоу страны возвращается на ваши телеэкраны. Новый формат. Мы открываем для вас закулисье гастрошоу. Новые лица. Авторские блюда наших участников. Вся магия гастроэнтузиазма на телеканале «Магия кухни». Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире телеканала «Магия кухни» самый народный телепроект Казахстана «Гастроэнтузиасты». В нашей программе мы готовим легко, и этот процесс разделяем с теми, для кого кулинария не просто хобби, но и способ самовыражения. Я ведущий Булат Срымов, и мы начинаем! Масло «Золотые горы». Вкус и польза. Вот что важно. Индийская кухня, несмотря на свою экзотичность, уже не кажется чем-то далеким. И наш сегодняшний гость это докажет. Встречайте, Станислав Штоль! Булат, приветствую. Приветствую тебя. Как дела? Отлично все? Как сам? Отлично, супер. Я готов. Готов? Да. Давай, зажгем. Зажгем. Расскажи, пожалуйста, как дела? Дела у меня замечательно, ага. И сейчас будет еще лучше. А когда мы будем все это дело кушать, будут вообще просто бесподобные дела. Отлично, впитывайте энергию, впитывайте энергию, дорогие телезрители. Ну а теперь давай раскрывать потихонечку завесу тайны. А что мы сегодня будем готовить и из чего? Ну, наверное, поменяемся местами для начала. Сегодня мы будем готовить тандури нан. Ага. Вот, и сразу с первых секунд я начну тебя удивлять. Я был в последнем своем путешествии в Индии, и мне вот просто впечатлили вот эти лепешки, которые готовятся в тандыре. Да, у них это популярно. Вот, да, также есть итальянцы. Mm-hmm. Ну и вообще весь мир готовит из теста, да, различные блюда. Mm-hmm. Вот, и тематика, ну, той, что я увлекаюсь, это барбекю. Mm-hmm. И поэтому тандыр, грили – это моя тема, это моя... стихия. Вот сегодня мы приготовим два блюда. Это натуральные колбаски мясные. Ага. Вот это раз будет с овощами гриль. Вот в этой лепешке, в этом хлебе тандырном. Ага. И второе это будет лосось. То есть, ну, в принципе, для разных категорий людей, кто любит мясо, не любит, либо вообще круто. Может и то кушать. Но сегодня мы людям покажем, что таким способом, очень простым, можно приготовить ну, просто различнейшее количество блюд. То есть я уверен, что многие после просмотра этой сегодняшней передачи включат свою фантазию. Может быть, для кого-то это будет и не ново, но уверен, что в ближайшее время многие из вас, друзья, приготовят свой авторский рецепт. Вот. Я даже с удовольствием бы посмотрел на него. Может, устроим еще соревнования? Вот, ну да давай. Вопрос. Хэштег тандури нан, да? Тандури нан от Штоль Станислава. Ну что, давай будем приступать. Давай, расскажи про ингредиенты. Это вот колбаски угу. и лосось, семга, два вот таких шикарных кусочка. Отлично. Овощи, которые пойдут нам на подгарнировку. Угу. Цукини, баклажан, лук. Чеснок, ну, в принципе, все ингредиенты, которые есть на базаре. Специи, масло и еще основа. Это вот будет вот такая вот у нас, мы приготовили тесто. Угу. Скажи, пожалуйста, первый экшен, первые действия, с чего надо начать? Предварительно нужно, ну, знаешь, такое, в голове сформировать образ. Да. Что ты будешь готовить? Представить, как нравится? Ты это будешь кушать. Вот, и вот в предвкушении вот этого своего... момента, когда ты кушаешь, угощаешь своих друзей, вот ты готовишь блюдо. То есть мы должны знать цель, к которой идем. И все, и тогда мы готовим с любовью. Ну, ты так вкусно рассказываешь, что, наверное, зрители уже ждут, когда же мы приступим. Ну давай, тебе больше баклажан или цукини нравится? На тебе вот. Ни с чем не имел дела до этого. Окей. Как ты хочешь, чтобы я это нарезал? Смотри, в принципе, будем резать кольцами. Вот такими вот колечками. Угу. Не нужно их делать слишком толстыми, чтобы слишком много времени не тратить на обжарку. Хорошо. Вот, поэтому давай вот так вот. Принято. Так, ну что, у нас готово. Готово, готово. Как эксперт в этой технике, я скажу, что надо ставить на десятку. Супер.
Так, окей. Ну давай, подмаринуем наши овощи, ага. То есть все равно будем использовать немного масла, соль, перец, специи. А еще прекрасно к овощам гриль подойдет перец красный, болгарский, ага. Держи, пожалуйста, Булат, и желтый. Ну что, давай тоже его порежем на кольца. О, да. И как... приступим к приготовлению. Покажи еще раз, как ты это сделал. Чтобы я правильно отрезал. Ну, я обычно вот так делаю, беру, да? Да, попку, отрезаю целиком. Принято. И удаляю семечко. Ох, чувствую, я сегодня наловчусь. Что мы делаем дальше с этим? Так, ну смотри, коречками. Ну, мне овощи гриль нравятся кольцами, да, нарезать, примерно. Не сильно толстыми, да? Вот, но можно и по-разному. Фантазия, короче, да, давай сегодня будем... Классики придерживаться. Не усложнять. Такие вот кольца. А еще к овощам гриль прекрасно подойдут перцы. Болгарский красный светофор и болгарский желтый. Пускай так и будет, ничего страшного. Прямо такой звук. Ну, перекаленная, раскаленная решетка. И тогда у нас колбаска будет здорова. В поисках лучших ингредиентов они могут объехать весь мир, выбирая только самые свежие, вкусные и полезные продукты. Ведь готовят они для своих родных, а родных у них миллионы. Майонезы, соусы и кетчупы – три желания. Готовим для родных. То есть, чтобы наши овощи гриль, они были настоящими овощами гриль, мы их вот здесь вот это все перемешаем. Есть. Окей. Зальем маслицем. Ага. Ну, естественно, маслом, которым мы пользуемся, называется «Шедевр». Бренд, являющийся частью Eurasian Foods Corporation, нашего друга, генерального партнера. Дорогие друзья, обязательно приобретайте эту продукцию, ибо именно она украсит ваш стол. Я добавил специи. Ага. Специи тоже по вкусу. Добавили, ну специи. И, конечно же, да, немного соли. По вкусу, на эту опять красоту, же. Да. Угу. И теперь, смотри, пожалуйста, подай щипчики. Мы просто это... слегка все дело перемешаем. Отлично. Чтобы у нас наши овощи взяли на себя все специи и масло. Так, ну все, смотри, колбаски, прежде чем жарить, мы их тоже на них нанесем масло. Давай. Вот эта оболочка натуральная, баранья. Какая останется. Вот. Она отличается от коллагеновой тем, что она сужается, расширяется и так далее. Вот, и она не будет вот так лопаться, как обычные сосиски. Принято. Так, ну что, давай, вот масло я прям буквально чуточку тоже вот сюда наношу. Смотри, мы не жарим на сковородках, да, куда вот масло наливается. Мы наносим масло на сам продукт. Вот так вот потом обмазываем. Вот так его нежно, да. Нежно, рукой. Что у нас с грилем? Гриль у нас готов. О, слушай, отличная температура. Шикарно. Сейчас будет все это дело шипеть. Улиточка. Да, в таком же состоянии, как вот улиточка у нас есть. Помощнее? Нет, нормально. Нормально? Да. Бывают моменты, когда на углях люди готовят, и решетка сильно раскаляется. Да. Вот, и ты только колбаски или стейк, или еще что-то, шашлык, помещаешь на поверхность гриля, и оно прилипает. Да. Вот тогда может надорваться. У нас, видишь, в принципе, температура такая средняя, хорошая. Да, и они не прилипают, но начинают уже проготавливаться. Отлично. Все, да, мы их оставляем, пускай готовятся. Ну, а пока мы ждем наши колбаски, дорогие друзья, хотелось бы выразить благодарность компании Immerbesser, что с немецкого переводится как «все лучше и лучше». Immerbesser – это техника премиум-класса. Как видите, именно на ней мы сейчас и готовим, и ну, результат, мне кажется, будет просто шикарен. Да, я перевернул колбаски, смотри, как получается, вот просто равномерно. О, да. Я так понимаю, это вот стационарный гриль, который вот у каждого может быть дома в кухне. Естественно. И не только, смотри, гриль,
плитка, индукционная плита или... Не знаю, что это такое, даже не знаю, что такое. Это контактный гриль. Ничего себе, вот это у нас гриль идет с решеткой, а это прям вот гриль-поверхность. О, да. И вот сюда была стекать, значит, жирок, и люди также вот... Прекрасное эфирное время для Эмербессер. Да, здоровья. Ну, слушай... О, тут даже спецэффекты с огнем есть, очень круто. Итак, что мы делаем? Колбаски и замаринованные в растительном масле и специях овощи обжариваем на гриле. Семгу очищаем от кожицы и костей. Делим на кусочки. Солим, добавляем масло. Также обжариваем на гриле. Раскатываем тесто. Выкладываем на одну половину овощи и колбаски. Добавляем к начинке зеленый лук и чеснок. Накрываем второй половиной теста и формируем огромный чебурек. Во второй тандуре нан выкладываем семгу с овощами. Я займусь готовкой особенного напитка мохито безалкогольного. Хочешь попробовать? Да. Я его умею делать профессионально. С удовольствием. Я тебе не рассказывал, я чемпион лиги бартендеров по мохито безалкогольному. Мне приснилось это в смысле. Вот. Так, разрезали мяту, берем также лайм и режем его кольцами. Конечно же, очень важно иметь при этом очень острые ножи из особенной стали. Мы кладем все это теперь вот сюда, но перед этим мы наливаем наш сахарный сиропчик. Да, вот так вот прям сразу и кидаем постепенно, чтобы все это настоялось. И, конечно же, делаем это с душой. Кидаем побольше льда. Прям не стесняйтесь. Ну и, конечно же, заливаем все это минералочкой. Этот звук бесподобен. И все это, конечно же, перемешиваем. Так вот просто. Ну что, упаковываем это все в духовочку? Да. Вон, вот, пожалуйста. Лук, какой прекрасный жар. Угу. Шикарно. 250 градусов. Вот теперь нам надо только вот еще вторую одновременно попробовать положить. Давай так я. Ага. Опа. Подъем ее. Да, чтобы не прилипло. Чтобы не мешали. Очень осторожно, пожалуйста. Я чувствую. Припуть. Итак, старт, он уже сам, да, готовит? Конечно, я просто нажимаю на кнопочку особенную, потому что программа уже сохранена. Техника умная, фаза нагрева уже практически прошла, до 250 градусов мы сейчас ее наберем. На 10 минут выставили нашу духовочку. Дорогие друзья, мы приближаемся к финалу нашего выпуска. Стас, что осталось сделать? Осталось достать наши... чебуреки. Пойдем чебуреки доставать. Сделать коулслоу салат. Оу, отлично. Это у нас
семгой. Это у нас колбаска. Так, ну что, давай сделаем салат. Давай, микс-салат, да, ты говорил? Так, вот эта прекрасная зелень как раз подойдет для микс-салата. Вся зелень? Нет. Хорошо, какую именно зелень? От компании Green Eco, кстати. Green Eco – это 100% экологичность и свежая зелень круглый год для здоровья вашей семьи. Мы возьмем вот базилик, я вижу. Угу. Давай буквально... Побери прям. Пару веточек, да. Прекрасный лист салата. Слушай, заметим. Смотри, прям с корневой системой, да? Естественно. Шикарно, шикарно. Давай, возьмем пару листьев. Давай. Что еще будем брать? Слушай, ну здесь можно разгуляться, просто отрывать листочки и все, не париться. Включай фантазию. Да, ух ты, что все круто и свеженько. Так, ну вот этого нам вполне хватает. Можешь нарезать как-нибудь? Да, нарезать салат мы будем очень интересно. Легко и просто, дорогие друзья. Легко и просто. Все. Самое главное, не торопитесь, не пораньтесь. Да, конечно. Можно это все делать аккуратнее. Ну, в принципе, вот. Слушай, какой аромат, а. Как будто с грядки все прям, это да. Дело, да, собрали. Вспоминаются детские времена, да. Деревья. Масло. Вот. И буквально сейчас просто перемешаем. Ложечка. Я, смотри, уже освоился, знаю, что где находится. Соль можно добавить. Пожалуйста. Совсем чуть-чуть. И все. И приступаем к вскрытию этого блюда. Смотри, вот у нас лепешка запеклась. Угу. Теперь мы вот так вот это все дело аккуратно. Представляешь, да? Вот? Ага. Гостям подали это блюдо. И перед ними вот так вот это все. Они, ну, они можно перед ними, да. Они могут сами это все дело вскрыть. Делается вот такой надрез. И тан-дан-дан-дан-дан-дан. Та-да-да. Все, приятного аппетита. Дегустируем, дорогие друзья. Берем для этого наши особенные инструменты. Пожалуйста. Спасибо. Все это дело заправляем мохито. Давайте помогу. Давай, спасибо тебе большое. Смотри вместе, как дело ладится. Teamwork makes the dream work. Есть. Отлично. Шикарно. Все готово, все можно кушать и нужно кушать. Поэтому приятного аппетита. Вам мы тоже желаем приятного аппетита, дорогие телезрители. Надеюсь, что вы не отставали, готовили вместе с нами. Мой любимый салат. Тем более шикарно. Из таких свежих овощей. Ну, точнее, зелени. Кстати, мы забыли, знаешь что? Идеально просто. Но что мы забыли? Я чувствую, кушаю, чего-то не хватает. Да? Да. Ну, конечно. Соус карри с манго предоставлен нам брендом «Три желания». Дорогие друзья, не забывайте, что... Такая вот индийская специя в сочетании с фруктовой сладостью тропического фрукта манго придаст вам новых кулинарных ощущений. Спасибо тебе большое. Спасибо. За такой прекрасный рецепт. И мы не можем тебя отпустить без подарка. Естественно, наш генеральный партнер и друг Евразия Foods Corporation предоставляет тебе этот презент в корзинку, внутри которой лежат самые известные казахстанские бренды. Масло «Шедевр», «Золотые горы», линейка соусов и майонезов «Три желания». Все это для тебя, чтобы твой бизнес процветал, преуспевал и наполнялся нечто оригинальным. Влад, спасибо большое. Не мне, спасибо. Да, ребятам, я прям даже знаю, что из этого, как это использую. Спасибо, что были с нами, дорогие друзья. И не забывайте, что вы также можете оказаться героями нашей программы. С вами сегодня были Станислав Штоль и Булат Срымов. До новых встреч, всем пока! Золотые горы. Вкус для каждого. Польза для всех.